Мы находимся на выставке ProDexpo, разговариваем с нашими партнерами и гостями. Валентином, как дела у вашей компании? Что вы планируете в 2019 году показать рынку? Добрый день. От выставки мы ожидаем очень многого, так как мы являемся производителями импортозамещения крахмала, крахмалов модифицированных. Мы первые в России, и поэтому мы ждем отличных результатов от выставки новых покупателей, наших клиентов, крупных компаний. Вот. Ну. Как на вас НДС повлиял, который вот ставка повысилась, то есть вы повысили цены или не трогали их? Цены повысили ровно только на 2 вот этих процента, потому что у нас наша продукция не зависит от валюты, от курса доллара, поэтому, дабы привлечь клиентов, мы решили, вот как бы наша политика увеличить только на 2 этих процента. Крахмал достаточно старый продукт, его все нет. Расскажите про технологические новинки, вот вы как-то используете? Крахмал – это старый продукт, но наш крахмал – это модифицированный крахмал, то бишь изменение крахмала химическим путем и физическим, механическим, так скажем. Вот. Этот крахмал применяется во всех жировых производствах, масложировых производствах, молочной продукции. Поэтому, что я хотела сказать, уже сбилась. Про технологические новинки, то есть что-то вы используете? Новинки. Это сам результат? Конечно, у нас на нашем рынке до этого времени, до 2008 года, был на рынке только импортный крахмал модифицированный. Сейчас мы как бы с гордостью, так скажем, скажем о нас, что мы самый первый производитель этого крахмала. Нас очень много знает вся Россия. И вот, география наших продаж очень велика и за границу, и ближнее зарубежье. В общем, как бы у нас идут пока дела нормально. Мы рады. Покупайте российский крахмал, никогда не покупайте иностранный. Не переключайтесь.